Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 162. Нам нужно сравнить пункт А. Сравниваем две дроби с одинаковым знаменателем. Первая дробь 3 седьмых, вторая дробь 5 седьмых. Чтобы сравнить дроби с одинаковым знаменателем, знаменатели здесь и здесь у нас 7, нужно сравнить числители. И окажется больше та дробь, у которой больше числитель. 5 больше 3, поэтому 5 седьмых больше, чем 3 седьмых. Пункт Б. 11 тринадцатых и 8 тринадцатых. Здесь тоже дроби с одинаковым знаменателем. Сравниваем числители. 11 больше, чем 8, поэтому и 11 тринадцатых больше, чем 8 тринадцатых. Пункт В. 1,2 и 5/3. Здесь хоть у нас и дроби с одинаковым знаменателем, но первая дробь у нас смешанное число, причем здесь есть 1. У второй дроби целых нет, поэтому первая дробь будет больше, чем вторая, потому что, повторю еще раз, здесь у нас 1, а здесь 0 целых. И пункт Г. 2,2 и 3,1. Хоть, конечно, у нас тут и дроби с разным знаменателем, но у нас и здесь смешанное число, причем в первом смешанном числе у нас целая часть это 2, во втором 3. 2 меньше, чем 3 в смешанном числе первом. Целая часть меньше, чем во второй дроби, во втором смешанном числе, поэтому, ну, так как 3 целых, неважно, какая тут дробь, больше, чем 2 целых с еще какой-то дроби, поэтому второе число и будет больше, чем первое. Сравнили все 4 пары чисел, выполнили задание 162. И если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.